go. Так. Ха, сейчас мы перезапустились. Давайте посмотрим, что же у нас изменилось в Dark Souls за это время. Так, смотри. Чё по звуку? Звук отстает. Шикарно. Мразь он такое. Мразь он такая. Вот так вот, чат, а ну. Ой, игра уже лагает. Класс. Все еще позже. Так. Вот так. Звук намного раньше сейчас. Просто я промежуточное значение не могу сделать. То есть нет промежуточного значения. Вот смотрите. Оставляй. У меня особого выбора, если честно, нету. Лучше так вот, как сейчас. Ну, короче, смотрите, сейчас давайте так побегаем. Так побегаем. Я еще могу игру перезапустить. Точно, Alt F4. Я еще могу перезапустить игру. Да, вернул вебку. Сейчас я игру перезапущу. Может быть, тоже. Поможет нам что-нибудь. Стример, видите, пытается со всеми силами сделать комфорт. Поэтому, Келлер, это не проблема. Это то, что я выставила специально этот чиджиш на 100% физическая защита у него. Я знаю, что у меня этот чит стоит. Так, сказал бедняк. Чат. Давайте еще тест. По идее, он сейчас должен быть или чуть-чуть раньше, или нормальным. Вот сейчас я на ноль поставила, а сейчас, по идее, должно быть позже, да? Позже. Ну все, тогда пусть стоит вот так. Это вот единственное, что я могу вам сейчас сделать, это поставить его вот в таком положении оставить. То есть он будет немножечко, чуть-чуть пораньше. Терпимо. Ну, мы еще попробуем с вами потом попозже сделать. Если не поможет, ну типа, я не знаю, что сделать. С этим ОБСом странным. Ну, микрофон как бы здесь не при чем. На вебке же нормально? Раз-раз-раз-раз. Один-один-один. Вебка не отстает? Все норм. На вебке все прекрасно. Ну, значит, короче, сейчас вебку сделаем на весь экран, а игрушку вот в таком окошке. И будет нормально. Ну, сорян, чат, я не могу ничего настроить, потому что промежуточного значения нет. Так, ладно, погнали. Где-то мне сказали вон там как раз вход к этому прекрасному рыцарю, который целит у нас из лука. Где-то здесь.
Мне что, его ударить надо? Я уже все стены перебила, поэтому... Это было зря, походу. Это было зря. Когда говно с него полилось. Эй, мужик, я тебе тут кувшин разбила. А, все, вижу. Никакого секрета нет. Здесь тупо проход, который я не увидел. Ой, блин. Ёпрес, это я там еще один. Фига. Вот это вам. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Пойдем драться с тобой сюда. Понял? Когда лук появился, мы его в начале стрима купили. Так, сзади меня вроде бы никого. Мы текаем. Блин, ну большой осколок титанита, это, конечно, хорошо, но не то, что мне нужно. Не то, что мне нужно. Осторожненько с вами тут проходим. Три сундука. Почему вы мне говорили про два? Ебой. Ну, такое, конечно. Молот Смоуга. Лол. Это, блин, турка. Кольцо со львом. Что дает кольцо со львом? Кольцо со львом. Где оно? Усиливает контратаку колющим оружием. Ну, я не ношу колющее оружие. Это кольцо Эрнштейна? О, прикольно. Эквинокс, привет. Так, ну здесь мы были только ради сундуков. Бляха. Зачем я сюда пошла? Кто-нибудь знает? Никаких здесь. Я мало стен побила, надо еще побить. Так, ну окей. Походу здесь все. Тоже посмотрим. Такс. А зачем мы сюда вернулись вообще? Только лишь за сундуками? Дальше проход, мы не дошли. Да? Почему мы не дошли?
Мы умерли? А, нас фантом здесь. Ёб твою мать. Ну ёб РСТ. Он же ж конченый. Я жду. Двадцать тысяч душ. Мы тут сдохнем. Фон, да, фон настоящий. Это мы его сами делали. Сами. Я, Татьяна Великая. Блин. Херел там что? Вот как его Простите. Простите, спасибо. Что я хотела сказать этим, я не знаю. Ну, простите, спасибо. Вот. Так. Пойдемте дальше. Сейчас, сейчас. О, сейчас, подождите, надо водички налить. Гляньте, я сообразила себе водичку вот такую. Из-под цветов. С мятой. АСМР. Кто захотел в туалет, простите. Здравствуйте, до свидания, да. Это текила, да, если бы. Текила. Ни разу не пила эту текилу. Мне кажется, не стоит и начинать. Смотрю оба стрима, сейчас у вас с Тёмой взгляды одинаковые на Трайхара. У меня очень страшный взгляд. У меня вообще, когда расслабленное лицо, мне кажется, у меня люди пугаются. Потому что он кажется, что я злюсь, но я не злюсь, оно у меня такое просто, вот лицо. Да. Собачки, как у него. Ёб вашу мать. Я умру здесь, да? Блядь. 28 тысяч душ. Просто писец. Ладно, там, по крайней мере, рыцарей нет. Фантома нет. По идее, должны бы забрать это. Блин, зато там... Зато там эти твари, блин, многоногие. Ёптить. Мы, блин, с вами черных рыцарей победили. Победили с вами фантома. И нас загрызли сраные собаки. Прекрасно, прекрасно. Что может быть лучше вообще? Пробегай, да? Тут, блин, попробуй пробеги. Вода по сиське. Всегда казалось, что лицо вот они дружили. Ничего себе, да. Это хорошо. Мне просто со стороны, когда я смотрю, мне кажется, что у меня какое-то очень злое лицо.
люди, с которыми я первый раз знакомлюсь, а потом дальше общаюсь, типа говорят, ой, я тебя так не взлюбила сначала, ты такая какая-то. Такая. Да. Я такая, типа, я просто людей не люблю. Так что... Ничего личного, я всех людей не люблю. Как писец просто, какой кошмар. Да ебать! Я не знаю, блядь, эти собаки, это что-то просто новый уровень, блин, всего. Так всегда кажется, я когда у Даши на стриме услышала свой голос, мне захотелось перестать разговаривать в этом мире. Да уж. Может помочь щит? Да, они же со всех сторон. У меня щит, к сожалению, только спереди. Я не могу облачиться щитами полностью. Хотя я бы была не против. Эти собаки хуже просто. Ну факт! Просто факт. Возьми еще 3 часа у тебя, чтобы инвентарей не хватает. То да. Это как помните со второй части эти? Враги где? Две, блин, двери взяли такие, и все, и норм. Так и я сейчас буду. Одна дверь спереди, другая сзади. Говно, твоя магия не долетает нифига. Мой-то сейчас долетит. Только у меня стрел немного, если честно. Эй! Ну пусть там умирает пока. В этой части же есть щит-дверь, вручное оружие, щит из двух дверей, да? Лоль. Ты там собираешься помирать вообще, не? Втором DLC. DLC. Там страшно, наверное. Тут страшно уже. Чё же говорить про второе DLC. Так, вон там вижу еще одного. Оу! Стрел-то нет. Так, а как мне? А на этот лук только вот такие стрелы. Оу, щит, интересно. Просто чисто ради интереса вот эту стрелу попробовать. А как? Подожди, нет. Можно как-то... Как их менять? Как менять стрелы, гайс? На какую-то клавишу. Я вижу, что я могу их поменять, наверное.
Ага. Спасибо. Да давай уже целься. Спасибо. А что оно не попадается теперь? О! Только это через раз, короче, у него летит. Непонятно. Так. Все, собачки, выходите. Где они? А где собачки еще одни были? Вон они. Так. Самый сложный момент игры всей мы прошли только что. Держу в курсе. Блин, еще. Ой. Еще они. Ну, конечно. Что, думала, так все просто будет? Нет, конечно. А, вон он стоит. Тварюка. Как она падает, блин, постоянно, мне ж неудобно. Блин, я не попадаю отсюда. Там сраный забор. Ой! Было неожиданно. Здрасте. С каким-то страшным звуком померла. Так, сейчас животик будет урчать, чат. Все нормально, не переживай за меня. Так, это куда лифт? Бздика, привет. Буль-буль. Так, это какой-то, небось, шорткат. Ага, да. Только... Я не очень помню, откуда. Ну, ладно. Дима Онитсуруги, привет. Не, вообще, конечно, у нас 31 тысяча душ. Желательно было бы ее не всрать. Но! Ксазар, спасибо большое тебе за 100. Донат реально не работает. А что не работает? Сайт не открывается? Или не вы... Ну, просто не отправляется, типа, этот, средства, да? Это... Срез прям к костру, так-то, да? Блин, ну там эти стоят три дамочки. Я бы вообще сходила потратила. При оплате висит. А, ну. Че я могу? Чат. Спасибо всем, кто пытался, во всяком случае. Спасибо. Ага. Ага. У нас костер, по-моему, вон там был. Как раз. Ага, точно, точно. Вот. Спасибо большое за штучки. Спасибо огромное вам. Беги, пока не добежишь. Да. Логика, логика. Прекрасно. Прекрасная штука. Так, у нас один обломок, по-моему, был, да?
Что пьем? Водичку. С мятой. Нужно два. Говнюк ты. Welcome, husband. Very well, then take it. Farewell, Ashen One. Боссы затянуты, как по мне, три фазы. Ну, заинтересно же, когда разные фазы у босса. В Bloodborne так было. Так, эти дамочки, они там вышли уже, нет? Да, они пошли. Битую, привет. Блин, я забыла, да, тут же враги все резнулись. Я так побежала такая, типа, эй! Боникулар. Ратуй. Таня опять пришла обижать волосатых рукастых женщин. Не, мы их уже пробежали. Мы их уже пробежали благополучно. Опа. Блин, интересно, если я вот туда спрыгну, я где окажусь-то? Ну, блестяшка. А что здесь? Угу, там вот эти твари стоят. И наверх. Прыгай не будет. Да ладно, что, нам как бы рисковать особо нечем. Пойдем. Большое скамье, красота. Когда Даша сделала кусь блестяшка. Тупо висим на платье. Ну, чатик. Деньги сохраните себе, значит, на что-нибудь вкусное. Вот, они стримеру на донат. Купите себе вкусняшку. Шоколад. Купите шоколадку себе за меня. Можно стримеру по почте переслать. Ага. Напрямую на карту. Вот. А если сильно хотите задонатить, то вы можете подписку подарить. Та йо! Паломонстр, спасибо тебе большое за подаренную подписку for Bloody Gods. Спасибо тебе большущее, спасибо огромное. Спасибо, спасибо тебе огромнейшее за подаренную подписку for Bloody Gods. Добро пожаловать к нам на канал в качестве саппа. Так, ну та тварина, конечно. Тварина. Где эти? А, вон они ушли. Да, донат П у нас болеет. Ну, это не удивительно. А кто-то спрашивал, есть ли альтернатива? У нас альтернативы с Тёмой нет. Потому что это единственная система, которая может переводить деньги на украинскую карточку. А как известно, в Украине не работает ни WebMoney, ни PayPal. Поэтому нам приходится вот... У нас нет альтернативы, только этот сайт.
все ждем, ждем, когда нам наконец-то сделают, ну, откроют обратно WebMoney какой-нибудь, было очень удобно. Но пока не открывают, закрыли. Закрыли в каком году? В 15-м? В 16-м? Нет, подожди. Ну, это не так давно закрыли. Ну, года 2 назад, наверное, закрыли. Вот. Или 1.5. А закрыть обещали на 3 года. До, скажем так, выяснения обстоятельств. Каких обстоятельств? Вообще никому не ясно ничего. Ну, типа, закрыли и все. Макс, привет. Виза же универсальная. И чё? Ну, ты не можешь вывести. Там только карта РФ написано. Вот все. Карта РФ и хоть ты всрись. По-другому ты не выведешь деньги на украинскую карту. Даже если у тебя там виза или мастер-карт. Вообще пихуй. О, тут еще и босс. Вот здорово так. Привет. На 21 года. А, ну вот. Ну вот. Так, ну, ворот большие, надеюсь, босс не такого размера. Хотя, ладно, пойдемте, посмотрим, что нас там ждет. А, это тот самый понтифик Салливан, которого все боятся. Возможно, это будет и мой страшный сон. Привет, понтифик. О, классно. Знаешь, кого ты мне напомнил? Ты мне напомнил Гвина! Этим ударом. Аж немного у тебя комбух пошло. Мы можем с собой гордиться, мы ударили его один раз. Чат, готовься, понтифик. Эй, мы так ждали его. О-о-о-о. Почти победили, да. Чуть-чуть осталось. Жопа. Идите пламя гасить. Да чё-то не, ну, пока-то я не горю, я просто в шоке. У него и огонь, и магия. У него все. И типа и так он херачит камбухи, как нифиг ссать. Что-то, конечно, жестит понтисечка. Там срез есть? Где-то пропустила? А, киллер не успел удалить. Поищу. Бля, какая бафнулась там такая. Так нечестно! Ну и чё ты?
Понтифик — это моя боль в игре, после него только на DLC горел. Лол. Лоль. Так, где срез? Где у нас тут срез, мы говорили? Это есть срез. А кто играл в DMS 5? Вы на какой миссии научились уклоняться? А то я на человеке всю игру прошел без них, и теперь у меня комплекс. А я вообще, кстати, не играл в Devil May Cry 5. Так, но мне повылазило, походу. А, о! А. Ты чё, охерел? Кидаешься. Прохождение вперёд? Да. Так, а срез это откуда? Я сейчас не очень поняла. Потом разберемся, наверное. Наверное. Не, пойдемте посмотрим, потому что я потом хер разберусь. Надо сразу посмотреть. Так, а как туда допрыгнуть, я не знаю. Угу, все, поняла. Я понял. Ну, срез, конечно, да, но здесь враги такие кончененькие. Получится ли их оббегать? Так, щит мне здесь не поможет. Давайте на травяной поменяем. О боже, погнали. Это реально больно. Хотя, может, сейчас получится удар этот отпарировать? Первый его. Давайте попробуем отпарировать первый удар. Да хер там врыва. А уклоняться как? Чё-то я ни хера не пойму. Честно. Он просто крутит камбухи, которые, если ты туда попадешь под этот шторм ударов, тебе пиздык. Все, другого варианта нет. Не, ну блин, пироманты. О, чат, ну за пироманта проходит вообще вся игра изи проходит. За пироманта любая игра проходится изи. Типа, да. Так, ну будем учить, что я могу сказать. Это явно надолго.
чем я даже не могу понять, держаться к ним нужно ближе или дальше. Было больно. Теперь еще и летаешь там или что, не пойму. А, вас двое теперь, вот здорово. Одного мне, блядь, было мало. Писо. Ну, короче, вот интересно, если убить эту тень. Если убить эту тень. Вышла из церкви, беги слева от лесенки, а не по ней вниз. Слева от лесенки? Где вообще слева от лесенки проход-то хоть? Вот здесь? А. Поняла. Этот, если я убью эту тень, то она типа все, ну, сдохнет и больше не будет, да, резаться. Она потом появится, сука. То есть ее смысла особо нет бить. Получается. Но я хилилась! С ним явно надо держаться близко. Я дальше отхожу, он начинает своими тыкалками тыкать просто по всей территории, мразь такая. О. Есть смысл убить, у нее вызывает. А, он типа, то есть ему нужно будет время, я поняла. Тогда я поняла. Надо подучить его удары, чтобы они не были для нас неожиданностью. Тогда будет все у нас хорошо. Да, пока я поняла, что пока он вызывает, он ничего не делает. Поэтому как бы это плюс, да. Так они рандомные. Не, ну у него же есть определенные удары. Он под какие-то удары как-то готовится. То есть, ну, какие-то анимации ж есть. Ну, блин. Да нет, мы с вами без призыва 3 дня Мануса били. Чё, что тут вот это? Будем здесь 3 дня сидеть, если что.
Готовьте чат, можешь там сходить себе попкорна наделать, я не знаю. Холодец успеешь сварить уж точно. Тише это. Как чайник. Смерть. Эх, почти убили. Помню, как Манус меня ваншотал практически всеми атаками, и я заучила мувсет. Так, мне кажется, у всех так. У него достаточно мощные атаки. Там тоже раз... Ну, он не ваншотал, но если попасть под такие удары, то есть 2-3 удара... 3 удара — это все. Это вообще, это тебе повезло, если он 3 удара тебя нанес, и ты жив. То есть 2 удара, и все, да. Ну, мне кажется, все заучивают мувсет. Но благо у Мануса мувсет, ну, не очень, скажем, разнообразный. Вот, и он отличается, то есть ты видишь, к какой атаке он готовится. Ну, у всех боссов, на самом деле. Выучишь мувсет, все. Типа, уже намного, намного лучше. Что как бы логично. Ну, вот эту, конечно, тварь... Хер выше, что-то я... Куда? Сука, ну ты же должен был своего двойника позвать, а не ко мне идти. Аринако, здравствуй. Я сомневаюсь, что этот вечер добрый, но тем не менее. Интересного яда можно пробовать? Ты предлагаешь мне с лука в него пострелять пойти? А сколько у нас? 6 углей? Да не, пока тратить не... Угли тратить не буду, пока не выучим мувсет хотя бы немножко. Особо бессмысленно его тратить. Бумагу тоже какую-нибудь, типа. Мазюку на меч хотел признать. Не, мазюку я тоже тратить не буду, пока я не выучу хотя бы какие-то... Пока я не буду доходить до его второй фазы, ну, с точностью, не, я не буду. Я зря потрачу просто, по факту. Ха-ха-ха.
жопа, конечно, жопа. Стрела в него из лука, стрела в него из лука, когда дошел до фазы отчаяния. Дальше будет самая интересная, красивая локация. Капа, капа, капа. Я вас понял. Киллер, можешь стрим там написать про понтифика что-нибудь хорошее в названии стрима? Мы дальше не пройдем. Че, ты совсем мне не веришь, да? Ай, Дэймон, спасибо большое за подаренную подписку Angry Arctic Fox. Спасибо тебе большущее. Спасибо тебе за поддержку. Arctic Angry Fox. Добро пожаловать обратно. Пипец, вот эта камбуха, она тупо ванш... Ну, ты попадешь в эту мясорубку, тебе пиздец, простите за выражение. Спасибо тебе еще раз за подаренную подписку, Angry Fox. Давай к нам обратно под крылышко. Хэй, хэй. Hey, 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 hey. Не зевай, я не могу, я сегодня целый день зеваю. У нас погода такая отвратительная. Не зевать не получится. Эй, не зевай! Понтифик дорогой! Было подло, конечно. Это еще подлее. Это подлец. Мерзавец. Да ну ты можешь прекратить это делать? Я тут жить пытаюсь. Против монстра у него нет шансов. Ну, как показывает статистика, все-таки может быть немного есть. Ну, самую малость.
Я даже встать не успела. Так, сейчас чатики подойду. 5 сек. Так, продолжим, что ли? Хочу сейчас кое-что сделать. Это будет очень тупо, но мне хочется. Чисто просто так. Келлорнс обманывает и не дает рекламу. Келлор, ты как мог вообще? Большой? Да я не, у меня не хватит прокачаться до большого меча. Какой у меня? На 28, а у меня... А у меня 23. Там в любом случае, там уровни до хера надо. Нет, большой меч нам не хватит. Хочу, короче, когда он набирает вторую фазу, к нему ж не подойдешь, потому что там, типа, вот эта вот херня. И я подумала, что, может быть, у него бомбами как раз покидаться, пока он сидит там с этой черной жижей. Да. Поэтому попробуем. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мне так впадло завтра утром ехать на работу, ща помру. Ну, это же завтра будет. Это же будет завтра, поэтому ты сильно не переживай. До завтра еще время есть. Артём знает, что ты на геймпаде играешь? Ну... Да? Что это? Что вообще? Типа... Что? Мне ответить даже особо и нечего, если честно. Господи, этот перекат с этим мечом, пиздец.
Первый Dark Souls на клаве проходил. Там много кто проходит. Ну, у многих просто нет геймпада. Не покупают за ненадобностью. Вот, поэтому да. Ну, скажите, я же бомбу не поставила, нихера. Да, броня на самом деле покрывала-то немножко урона. Да, блин. Он тьмой бьет, да, получается? Ох, жесть. Пипец-то, конечно, жирная. В плане... Даже ж костюм, он же вообще ничего не весит. А шо мы так неохотно кувыркаемся? А, не, нормально, показалось, блядь. Да, с этим оружием, конечно, так особо не повоюешь. То есть нужно выжидать. Ну, попробуем. Почему нет? Мы одели мешок под картошку. Мы одели мешок, который защищает, блин, от тьмы, от магии. От всякого вот этого дерьма, что у него в руках. Щит нельзя снять. Он восстанавливает мне выносливость. Так. У меня кольцо Хавила надето на меня, по-моему. Да. Кольцо Хавила надето. Пойдем, чат. Моя тыковка, да-да-да. Донат заработал. Ей! Спасибо большое. Thank you.
Капец. Вот хера, увернешься от нее. Пантифик, выкуси, выкуси, выкуси! Тыковка победила! Мы тыковка! Хей! Мы тыковка! Фу! Блин, хорошо, что я была не ваша жена, и у меня был уголь. Как хорошо, что я успела им воспользоваться. Боже мой, мы тыковка. Ебой чат. Фу, у меня аж сердечко что-то... Тудух-тудух-тудух-тудух-тудух-тудух-тудух-тудух. Что-то аж плоховато стало. Ох. Видела бы ты свои скулы. Ну, хорошо, что они есть. О, я же говорю, что у меня аж сердце вот так вот просто. Ох, как я это слишком перевозбудилась. Если ты понимаешь, о чем. Я надо водички попить, ща. Вот это да, вот это, я как это легко возбудимая все еще. Можно шутить, чат, можно шутить. Ух! Да. Да, не зря квест луковки прошли. Изи босс. Ну, возможно, возможно, изи. Но мне было сложновато. Фух, сейчас... Я подышу и пойдем с вами. Мы тыковка. Ксазар, спасибо тебе большое за 100, спасибо тебе огромнейшее за донат, за поддержку. Коала Монстр, спасибо тебе большое за 500. Спасибо огромное тебе. Да, мы тыковка. Спасибо большое. Спасибо, ребят, за донаты. Спасибо огромное. Это я в смысле, что лицо было очень серьезное. Ну, потому что, мало того, что у нас у босса вот так жизни оставалось, я еще чувствую, что у меня сейчас сердце вылетит просто из грудной клетки. Я думаю, мне сейчас босса давить или в скорую звонить? Чем мне делать? Да, поэтому у меня было прям... Вот это вот. Ладно. Пойдемте. Пойдемте. Что ты костер бьешь? Пойдемте тратить наши души. Понтифик Салливан. Ну, я не знаю, раз 10 мы к нему бегали, наверное, да? Лол, просто добиваешь босса, пока едет скорая. Ну, или так. Или так. Я раньше была не такая впечатлительная, я не знаю, что со мной случилось. У нас еще Безымян. О, Безымяна. Бедный Тёма. Бедный Тёма, когда он бил Безымянного, это... Ну, это DLC.
Это DLC вроде бы, нам еще туда не скоро. Но черт возьми, бедный Тёма. Rich bitch. Rich bitch. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. За победу. Сазар, спасибо тебе огромнейшее за 1000 рублей. Спасибо тебе большое за большущий донат. Спасибо тебе огромнейшее за победу, да, и за, может быть, поход к врачу или к кардиологу. О, спасибо большущее тебе, спасибо огромное. Это Даша впечатлительности добавила? В каком смысле? Так. 12 000. Давайте, наверное, съедим, наверное, еще души. И прокачаемся еще. Так, я, пожалуй, стойкость качну. Farewell, Ashen One. Можно оружие закалить? Да, можно, но типа... Зачем? Я не вижу сейчас смысла это делать. Если честно. Можно превратить душу во что-нибудь хорошее? Да, можно опять же. Можно, но... Опять я пока не знаю во что. Типа, мне особо ничего так не надо. Мне устраивает пока мой меч. Просто, ну, мне бы найти еще один осколок. Не осколок, этот обломок. Обломок титанита. Бля, дверь закрыта. Ну, вот, и будет вообще хорошо. Так, это, я так подозреваю, тоже будет закрыто. Дезмаил, привет! Но ты зашел немножко позже, чем удачно, потому что понтифика мы только что убили благополучно. Сейчас будет 3 возможности получить обломки. Классно. Они мне пригодятся. Ящерки! Нет, Опять тихо, я могу поближе микрофон подвинуть. Так что вот это вот. Так, подожди, куда я пришла-то? В никуда? А, вон туда наверх надо подниматься. Первая возможность минус, прекрасно. Я не ту ящерку выбрала, да? Вот класс. Я могу сделать. Чё, вебку мылит? Вроде норм. Тут рандом. Я сейчас у костра сяду и все. Я вид снизу, и да, я еще такой вид снизу я не могла показать, она не перевернулась. Я что-то заходила вечером, стрима не было, думала, уже не будет. Так у нас обычный стрим вообще начинается в 9 МСК где-то. Я сегодня раньше начала. Не, блин, подожди, а что? Ящерки второй нет? Все, она не появится? Это тупо. Это печально. Нужно перезайти. Че, чат вебком мылить или что? Ну она вообще может, конечно, это ж вебка вам, а не зеркальная какая-нибудь или беззеркалка. Поэтому у нее по настроению. Чё ярко-то так? Dark Souls?
Где моя большая ящерица? О, чат, напиши мне идеи подарков Тёме на Новый год. Это я вообще придумать не могу. Можно и дорогое что-нибудь. Ну, цена не так важна. Важно, чтобы это что-то интересное. О, ящерка ведь снизу, чат! Блин, опять мерцающий титанит. Ну его в жопу. Я не могу придумать просто. Типа, вот вообще... Я обычно придумываю хорошо подарки. Запариваюсь там за пару месяцев. Ищу там по всем городам и странам. А сейчас просто... Что это за говно? А сейчас вот что-то не могу придумать. Не приходит мне в голову. Вот сейчас они все встанут, и мне будет пипец, да? Я вот так не умею. Не, вот я люблю придумывать подарки. Просто под Новый год... Придумывать подарки нужно не только Тёме. Нужно придумывать подарки всем родным. И меня, короче, раскидало по разным этим. Ох, кто-то задышал страшно. Меня раскидало... С одного подарка на второй я ни один не придумала нормально. По итогу. Класс, еще и великана ставят. Вот, вот здорово. Что это за говно вообще? What the fuck? Джон Сноу, прекрати мне вот это вот. Кто такие вообще? Откуда летит, а? Вон сверху. Подрю БФГ. Где его возьму? Так, а с этого ничего не упало. О, здорово, пацаны. Может, Лего? Там можно, но там нам подписчица одна хорошая уже Новый год прислала нам. Ну, она, он уедет. Набор Лего какой-то, мы не знаем какой, правда. Вот, поэтому Лего приедет Тёме от другого человека. Лего Хогвартс, да нихера! Не, ну, не настолько дорогое. У меня таких денег нет. Да я и сама хочу Лего Хогвартс. Я Тёме его не отдам. Если бы у меня был Лего Хогвартс, фиг бы я отдала его Тёме. Световой меч. Не, ну это прикольно, но опять же, я его... Вряд ли найду где-то у нас в Украине клёвый. У нас и коллекционки, Аня, ну ты же знаешь, продаются. Я вон Resident Evil, короче, тупо перекупила у чувака, который даже не хотел продавать. То есть, ну, просто случайно я узнала, что у него есть один этот набор, то есть я его перекупила. Но у нас же в Украине ни коллекционок нормальных не найти, ничего.
большому сожалению. Тёма, да. Ну, настольные, ты что имеешь в виду? Коллекционные фигурки любят, но, опять же, попробуй, найди. Ну, это очень сложно у нас в стране здесь. Не знаю, как в России. В Украине вот со всяким вот так гик-дерьмом всяким, да, стафом очень сложно, очень сложно. Half-Life Alyx за 1000 рублей. Вот, к сожалению. Хотя я бы дарила. Я ей дарю периодически, когда нахожу что-нибудь стоящее. Это что было сейчас вообще? Откуда прилетело? Откуда-то оттуда. С них обломки титанита. Ну давайте попытаем счастье. Вдруг нам оно улыбнется. Конченое, ну такое. Осколок. Осколок — это не то, что мне нужно было. А как их пробудить? Они сами пробудятся, или мне нужно их просто ударить, и они тогда встанут? Ну что-то они какие-то не очень активные. Эу! Дай поспать, слышь, а? О, не, ну бьются они, конечно, да. Больно. Ого. Ну да, ультанул. Ультанул так ультанул. Чё-то здесь... Осколки одни. Чё-то мне не везет на обломки. У нас недавно в ТЦ открылся магазин, не помню, как называется, но рай для гика. Класс. У нас я такого не знаю. Аня, мы не очень по экстриму, если честно. Приставку себе гоню. Ты что, инфаркт? До инфаркта хочешь вот довести? Не, вот это говно нам не надо. Ты видел обзоры на эту приставку? Да у нас как обычно Sega есть, и Lego есть, и, господи, Sega, и 8-битка, и, короче, есть у нас такое. Большой осколок. В здании секретная стена. В этом здании. Что-то не пролажу в доспехах сюда. Проектор. А зачем у нас 55-дюймовый телевизор? У нас не влезет сюда никуда проектор. Это мод. А. Окей. В каком здании? Блин, у нас дождь пошел. А, вон туда. Не поняли. Тумбочку для телевизора. Кстати, знаешь что? Вообще, да. У нас советская стоит тумбочка такая еще. Тех времен. Под телеком. Телек такой, знаешь, хай-тек. И это и тумба, короче, СССР. Так.
Почти нашла стенку. Что? Воу! Неожиданно. Неожиданно. А как так-то первый раз она не этот не ударилась? Какой ужас. Так, я просто пытаюсь судорожно вспомнить, где костер был последний раз. Потому что, судя по всему, нам придется его от него потом идти. Она меня не видит, она меня не видит, она меня не... Ох, тут их, ох, тут их. Раз, два, три. Давайте выманивать, чё. Где мой лук? Что тут это? А, вы не видите? А, видите, вот этой штукой сейчас прижжём их. Блин, а где мой лук? Я не вижу. А, вот он. Ну, вон там сидит такая синеголовая какая-то хрень. Я не уверена, что она живая. И две вот эти. Вот здорово. Куда? Где она? А, я поняла. Мне как мне хана, да? Ну да. Здрасте! Бляха! Куда деваться? Тут нет никакого больше входа. Да? Это грустно. Так, уходи давай. Блин, она вообще что-то не это. Прыгай на него. Бомбочкой. Сейчас пусть они... О, господи. Сазар, спасибо тебе большое за 666. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
Спасибо тебе большое. Блин, что-то оно прям, слышишь, не уходит нифига. Если я сейчас на него отсюда упаду, я просто убьюсь. Прыжок равно смерти, я пытался. Оу. Оу. Пыталась прыгать, только убивалась. Это грустно. И так грустно. С лестницы можно упасть с половины. Ну, блин. Вы меня это... Сверху на мосту срез костру открыли? Нет. Знаете, что мне это напоминает все? Анарлонда! Слышь, мы в Анарлонда. Вот стример тупой. Скажи, чат. Он ушел. Очень мало. А как спрыгнуть-то на него? Пробел? Спасибо! Он что-то не хочет прыгать. Сейчас я еще повыше залезу. Да ёпта. Б, да не хочет он на Б прыгать. Блять! Ну чат, вы же видели, у него была анимация удара. Почему она сдохла-то хоть? То есть анимация удара, вот она, он и был даже удар слышен какой-то. Почему она сдохла? Это, блядь, непонятно. Высоко, так не высоко было, нормально было. Что ты начинаешь? Чё-то нормально все было. Высоко. Не высоко. Ниже бы сожрал. Ладно, тут хоть бежать-то 3 метра. Так, мужики, не встаем. Спите. Броня увеличила вес, и мы весим 3 тонны. Ну да. Так, сцена 1. Дубль 2. Морда лохматая, иди сюда. Ого, почти достал. Ну, я вам скажу, оно того не стоило. Что?
там под очко полез в своей пасти, чтоб меня сожрать? Боже, сраные вот эти животные, я их хер пойму. Да ёб твою мать. Ты прикалываешься, что ли? Ого. Не вижу ничего. Я не вижу ничего. Так, один есть, у меня один Эстус остался. Вот шикарно, да? Ну, по крайней мере, они не возрождаются, да, насколько я в курсе? Подожди, а где второй? А, вон. Вот и проверим. Кайф. Жопа. Так, ну сейчас проверим, возрождаются они или нет. Но тот, по крайней мере, не возродился, который первый был самый.
Еще на мосту, на входу в локацию. Чатик. А что там, Даша еще стримит? О, его нет, отлично. Что там, Даша стримит еще? Так, а где мои души? А вон души. Да? Нифига себе. Долго она. Боже, да неужели? Кольцо какое-то нам дарим. А, какое? Вот это, по-моему. Повышает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку. Неплохо. Мы можем поменять. Вот, допустим, вот это снять. А вот это надеть. О! Прекрасно. О, костер! Здорово. Здорово, приятель. Спасибо, чатик. Спасибо, да. Это все вы. Это вы победили, а не я. Так, мужчина. Мужчина, вы тут сидите зачем? О, нет! Господи, отвали. Я его ударить хотел вообще. Это кольцо золотого урода из первой части, что мы... А, я помню, да. Сбрасывали его. Угу. Так, ну здесь, походу, все. Да? Только кастрик. Сейчас чихать буду, наверное. Простите. В первой части она ломалась, а в этой нет. О, кайф. Мне разминку не сделала, спина задеревенела. Спасибо, чатик, за будь здоров. Спасибо. Что у меня в голове крутится? Та-та-ра-та-там-тарам. Там-тарам-там-там-тарам. Там-тарам. 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 Там. Я идиот. Я идиот. Куда я попёрлась с 47 тысячами душами? Еще и не посидела нифига у костра и 5 эстусов. Вот скажите мне, пожалуйста. Куда я попёрлась? Непонятно. Да ладно, пошли. Да. Эйфория от победы. Да это называется уже стример. Идиот. Пошла петь песню, да. Чат, я... Блин, ну я не могу вам это показать, наверное. Я не могу вам это показать. Я вам даже больше скажу. Я не могу вам даже это ВКонтакте показать, потому что вдруг это кто-то интерпретирует как...
ненависть к чему-то, разжигание к ненависти. Я могу только рассказать. У меня осталось очень много книжек по педагогике. То есть у меня целая... У меня огромный шкаф стоит в зале. Ну, вы все видели, который мы перекрашивали с Тёмой в белый. Вот. И вся полка у меня занята книгами по педагогике, по методикам, по проведению занятий в детском саду. Короче, очень много всякой такой литературы. Мне вчера было нехер делать абсолютно. Я пошла шариться по этой полке. И нашла книжку, которая называется «Английский язык в дошкольных начальных закладах». Ну, типа, в дошкольных заведениях, в общем, да? Я, короче, такая взяла, думаю, о, полистаю, еще поржала с тем, говорю, буду английский язык по ней учить. И на последних там 5 страничках там написаны стихи на английском языке. Чтобы вам не соврать, я его прочитаю. Почему? Вы поймете, почему я удивилась. Я вам прочитаю этот стишок. Этот стишок про Новый год. New Year Day, Happy Day. We are all glad and very gay. We all dance and sing and say welcome, welcome, New Year Day. Вот, я просто, ну, очень удивилась этой фразе. Вы не видели? А я читала это в 3:30 утра. Ну, я понимаю, что это значит в этом стишке, но когда, чат, я читала, просто я читаю в 3:30 утра, сижу вот, вот эти вот стишочки, такая... такая книжка, так. Английский язык для самых маленьких. Короче, я была очень удивлена. Вот. И типа, ну, я прям этот пошла писать там Даше с Артуром. Говорю, как это переводится? Потому что я была реально в шоке. Вот, ничего против не имею, но просто. Вы поняли, я была прям. Не ожидала я такого. Недавно все свои дневники по практике выкинул. Все здоровенные папки, все из файлов доставать и все проведенные занятия. Я с себя прифигел, что раньше я мог, а сейчас... Блин, я тоже, я офигела просто. Я тоже не так давно натыкалась на свои, когда домой приезжала, натыкалась на вот эти вот, когда мы писали дневники по практике, это вот тупо, короче, вот эти тетрадки 96 листов. Тупо там чертили вот эти схемы проведения занятий, всякая вот эта лабудень. Их миллиард, этих тетрадок, так просто невероятно. Вот эти папки с занятиями. И тут сидишь, это ж я сидела, я все составляла. Я сижу, думаю, боже, как я выжила-то все эти 4 года, когда я вот это вот там училась. Это была жопа просто. Я просто... Я бы сейчас так не высидела, наверное. Мы писали дневники в школе, что мы прочитали. Что за жуткие вещи вы говорите? Мы писали дневники в школе, что мы прочитали. Ужас. Я не очень поняла, если честно. Оригами Дарова. У вас был предмет МТРСП? Не знаю. У нас очень много было аббревиатур, смотря что это значит. У нас была... Сейчас. Блин, да у нас до хера было сокращение, потому что они же все называются очень длинные, эти предметы там. Какой бы пример-то привести, даже не знаю. Ну, методика развития речи это не длинная. Какой же был самый длинный предмет названия? Сейчас. ФЭМ у нас был. Формирование элементарных математичных знаний. Потом у нас что-то по физической культуре какое-то было здоровое название. Не помню, как оно было. Блин, сейчас, я хочу вспомнить. Немного вы... ты читаешь книг 20 за лето, и 20 книгам, по 20 книгам пишешь мини-эссе. А, нифига. Не, у нас такого не было. Блин, как же у нас называлась эта хрень? Музыка у нас называлась как-то по-идиотскому. Сейчас вспомню.
просто методика преподавания и обучения музыкальным элементарным знаниям, что-то такое. Там, короче, одних букв было 300 штук. Короче, вот какая-то хрень, вот так у нас называлась. Да. Что-то вот музыка, я эту музыку очень не любила, потому что, ну, я рассказывала, мне постоянно пытались доказать, что я все списываю. На самом деле, у меня нет таких знаний, какие есть. А я не списывала, потому что я списываю херово, я не умею списывать вообще. Вот. И я, типа, на самом деле все сама делала, а мне вот это кристалли мою тетрадку вот так демонстративно подходила, мне эту мою тетрадку так... Не, ну тут, конечно, все правильно. Ну я же знаю, что ты списала, девочка моя. Ну списала же, да? Ну признайся. Ну я знаю, можешь не признавать. Я знаю, что ты списала. Ну, видишь, я доказать не могу. Поэтому я тебе, конечно, оценку поставлю. Вот, ну я знаю, что ты списала. В следующий раз не поставлю. Но я сижу за первой партой, прям у твоей рожи. Вот прямо за первой партой твоей рожи сижу. Как я спешу? Не, ну, девочка моя, вот это у нее фраза, блин, девочка моя, какая твоя девочка? Здравствуйте, женщина. Ух, прям, и постоянно я сижу в полоборота, мне удобно так, всегда сижу в полоборота. Корзникова, повернись! Корзникова, поверни! Ёб твою мать, да что ж с тобой не так? Ох, я помню, не любила эти пары. Ты не посылала эту училку никогда? Нет, ты чё, мне... она мне еще преподавала. А, куда я её пошлю? Farewell, типа, я понимаю, там закончить, знаешь, колледж и послать всех, кто тебе был очень дорог. Но у меня так не получилось, я её не увидела. Я перестала ходить на её пары и перестала ходить на другую музыку, потому что, ну, я уже рассказывала. Если очень коротко, то два преподавателя по музыке, у меня было три вида музыки, два преподавателя по музыке не могли меня поделить, короче, кому я на музыку иду первая. И в итоге обвинили, один мне говорил, ты идешь ко мне, мне насрать, типа, что там требует от тебя второй преподаватель. А другой говорил преподаватель, типа, а ты идешь ко мне, и мне вообще пихуй абсолютно, что тебе там говорит вот этот вот Соломка, значит. Ну, Соломка — это фамилия преподавателя была. И типа, ну... А виновата в итоге я оказывалась, потому что я в итоге позвонила обоим, сказала, я не буду, я не пойду, все, пошли вы все нахер. Ну, я, конечно, не нахер их послала, но сказала, я не буду ходить к вам на пары. В итоге я не ходила ни на ту музыку, ни на другую. Вот. А по одной мне вышла в году пятерка, потому что у меня везде стояли оценки 5-5-5-5-5-5-5, и потом я не ходила, и все равно в общей сумме у меня вышло 5. Вот, а по второй четверка вышла, ну, там, потому что меня преподаватель это не любила. Что нужно было делать, чтобы преподаватели за тебя дрались? Ну, нужно быть мной. Как минимум. Как минимум нужно быть мной. Ботаник по музыке-то нет, почему? Не только по музыке. Я, в принципе, хорошо училась. Мне нравилось учиться. Very well, then taken. Farewell, Ashen One. А теперь стример, жизнь удалась. Да. Не, ну типа, у меня был самый высокий балл долгое время по группе. Потом менялись мы с девочкой, короче, в итоге по баллам. То у нее был выше, то у меня было выше. Вот. Бюджет? Да, я с бюджета ни разу не слетала. Контрактникам проще в том плане, что, ну, типа, со стипендии они уже не слетят, если что. А выгнать их очень редко выгоняют, потому что, ну, они же деньги платят. Вот. А мы мало того, что на халяву, бюджетники, нам еще и деньги за это платят. Так там вообще, короче. Один раз чуть не слетела со степухи, мы всей группой не пошли на пары. А одна девочка пришла из нашей группы. Да. Вот мы все не пошли, а одна девочка пришла. Соответственно... Сказать, что
Знаете, мы не знали, что у нас пара уже не получилась, потому что как минимум один из нас знал. Ну и, соответственно, все очень просто раскрылось, что мы просто тупую не пришли. А эта девочка пришла, и, соответственно, нас все, всех позвали на ковер. И тогда, ну, мне повезло. Тогда у нас было очень мало бюджетников. Я, по-моему, еще одна девочка. Вот. И нас не лишили стипендии, просто потому что нас было мало, а в группе нужны были умные люди. Вот. Да. Скажем так, и лишать нас стипендии было не очень разумно. И вот потом ее не сожрали, да? Да нет, наверное. Не знаю, как я отсюда выберусь. Я увидела вкусняшку и решила сюда прыгнуть. Не знаю, где-то может так и осталось, но по-моему одинаково летают, как каменский бюджет. Ну, фиг знает. На самом деле, ну, очень часто как раз работает так, как я сказала. Ну, вот я знаю, когда я училась просто, вот это было вот так. И нас начинало обучение 25, наверное, человек или 24 в группе, а в итоге осталось 8. 8 человек. У нас была группа на 4-м курсе. Да. Как-то так получилось. Но очень много кто у нас вылетал. У нас хороший был колледж, в нем нужно было учиться. Если ты не учился, то ну вряд ли ты там задержишься надолго. Нас мало кого вытягивали, скажем так. Вот, ну, колледж хороший. Мне очень нравилось там учиться. У нас 22 до 18. Ну, это еще нормально. Это еще, да. Блин, так... Это что-то было неприятно. Куда-то я в стене застряла. С 30 до 14 я уже всех... Жесть. Да, да. Не, ну у нас есть оправдание еще в том плане, что у нас та группа вся из девочек состояла. Ну, воспитатели. Соответственно, некоторые из них забеременели в этот момент просто, и поэтому их у нас меньше стало. Но я вам скажу, что процент тех, кто забеременел, не сравним с тем, кто вылетел. Вылетело больше. Ох уж эти девочки, да. Забеременеть может, да, да, вот тебе и учеба. Так, ну это я куда приду? Это я приду? Я здесь еще не была, да.
Аркерин, здорово. Кто это? Кто-то опять меня тут не взлюбил. Большой лук нашла. Прикольно. Учебу вспоминаю как кошмар, что в школе, что в универе. Не, в школе мне тоже не нравилось, а в колледже нравилось. Ну, в универе мне, в принципе, нравиться не могло, потому что я училась на дистанционном, приезжала на сессию и еле выживала. Вот. А в колледже мне очень нравилось. Ну, там было сложно, но классно. Шорткат. Меня еще любили тягать на всякие научные работы писать. Вся вот эта вот шелупень. Типа, умная, давайте ее пошлем, значит, вот это писать всякие работы. Делать же мне нехер было прям вообще. Поэтому да. Поэтому Корзникова еще на тот момент у нас писала научные работы всегда. И я вам скажу, мне это не нравилось. Но писала, что поделать-то. Воу! Да, Мистер Ксилкс, здорово. Боже мой, вот это я понимаю. Ностальжи. Просто ностальжи. Сейчас горгулья прилетит. А то я орать буду. Блин, у меня такое ощущение, что я где-то пропущу сейчас костер. То, что я не очень помню. Ну, они, наверное, не так расположены, да? Не пропустишь. Но если не умру, не пропущу. Сейчас горгули. Анарлонд! А, вот он, лол. Аналородео! Чат. В первой части ты дралась с Эрнштейном и Смогом. Так вот, те были иллюзии, как и мадама с огромными бупсами. Так что, как и то, что Анарлонда был солнце. Ты могла это понять, убив Гвиндолина. Темное солнце, секретное его с тентаклями, его сестра Гвинивер. Так, покинул Анарлонд после ухода Гвина, солнце и жизнь. Где же он? Не, я знаю, что там было темно и говно. Вот, это я знаю, да. Угу. Вот вам киллер. Сзади есть невидимая дорога к башне. Да, я туда, пожалуй, не пойду сейчас.
по невидимым дорогам, которых я... Так, двое, да? Я поняла. Братья-акробаты. Брата-акробата. Идите вы с Арбата. Она не откроется. Ну такое, чат. Откуда они вообще там идут? Ага, вон, иди сюда. Нихера ты достал. Да ты задрал. Аля, этот назад пошел. Чат, никогда не деритесь на лестнице. Это плохая идея. Это плохая идея. Ну ты идешь, нет, блин, слепошара. Доспех серебряного рыцаря. Классно. Ну, он, конечно, хуже по характеристикам намного. Но он красивый. Ля какая. Цаца. Мы еще звеним. Давайте в нем побегаем. Где шея? Ну там. Ну тыковка. Ну блин, ладно, я соглашусь. Тыковка лучше. Чат, будем тыковкой. Так. Хорошо. О, конченый рыцарь, да? Там больше никого нет? Нет.
в короне бегать. Хер ли нам. Вот этим. Холопы будут под ногами у нас валяться. Так, сейчас горгулья прилетит, я вам отвечаю. Какая-то хрень тут будет. Нет? Удивительно. Удивительно рядом. Так, все заперто. Все позакрыто. Ага, идем в другую сторону. Мистер Тадату! Спасибо тебе большое за 11-й месяц. Спасибо тебе большое за поддержку. Чатик плюс саб. Плюс саб, чатик. Спасибо большое. Спасибо огромное тебе. Так, ну тут должна быть какая-то хрень, да? Нет? Странно. Кстати, стекло починили в здании. Вот уроды. Милый! Тут молот лежит? Нет, угольгин. Ну ты, манюня мой! Скажи, проходит свой сраный SL1. Убивают меня ради молота. Ветер, лежу здесь. Бедный, мертвый. Чат грустно. Ну, у меня сейчас реально слезы потекут. Что-то я это... переиграла. Немного. Так, вы кто? Какие-то недоброжелатели. Все в говне. Все в говне. Сама первая спросила, это что, у него молот лежит? Ну, я же не... Я просто из любопытства. Любопытство не порок. О, зажег он там уже свои факела. Заперто! Ну, здрасте. Так, меня здесь достанут? Так, у меня всего лишь 3 стрелы. Ну, было стрел купить, что ли. Закончились. Ну, говно. Нет, не подходит для этого лука. Ну, ладно. Чё, побежали там, посмотрим, я не знаю, чё. Выглядит достаточно мерзко. Ух, нихера ты мерзость какая! Там дверь открывается. Вот это обзорили дурака на 4 кулака. Блин, а там еще босс? А прикиньте, Эрнштейн и Смоук там. Ох, я, блин, просто кончусь, если так и будет. Блин, это такая херня, помните, нам встречалась, но мы ее не били. Простите за громко чат, но... А что вы хотели? Это же все... И хорошо, что мы ее не били, походу. Она конченная. Погнали, посмотрим, что за туманом. За туманами. Я не могу придумать рифму к за туманами. В большом зале есть осколок Эспер.
Олдрик. Здорово. Чё это у тебя тут? Ага, я поняла. Олдрик, ты чё? Отличное начало, да-да-да. Вечно пьяный мир. Ну, это уже плагиат. Ну, блин, нет. Ты не должен быть здесь. И ты тоже. Паук, ты где? Ой, у меня свет мигнул. Страшно. Страшно мигнул. Спидран самой быстрой смерти от босса. Нихер! Что, блядь? Миллиард стрел в грудак. Называется удар, я так понимаю, да? 5 сек было. Ты можешь лучше. Я могу. Я, кстати, не вижу, где паукан. Ну, не то чтобы мне было сильно интересно. Мне кажется, нас тут не очень любят. Да тебе кажется, очень добрый босс. Смотри. Дева. Что ты там забыл? Я поняла. Можно было устно ответить. Он опять стрел делал. Вот как от них увернуться? Ну их же миллиард. Фига, ты у нас теперь огнем, да, умеешь? А я за кучкой говна была, чё ты мне попал? Да блядь, что? Нет, эспуса. Он сожрал останки Нита и Гвиндолина. Является реинкарнацией Смолга. Короче, блин, мистер Франкенштейн. Я понял.
Какого хера? Вот как от этих... Блин, я не знаю. Ты ох... Ах... Блядь, что? Ты там ебанулся или что? Я не пойму. Ёбу дал, простите. Да. Бывает такое, бывает такое. Да иди ты нахер там. Чё, Киллар опять вас рекламой обманывает, да? Это еще что за дерьмо? А, это то же самое дерьмо. Не, ну вот это, конечно, жесть. Типа, он как Ханзо, знаете, бревнами стреляет. Ну и дичь. Мистер Ксеокс. Ты чё начинаешь? Ну, отстрел увернулась. Если музыка упорота, пожалуйста, нажмите F5. Это Twitch, это не игра. Это не у меня. Это Twitch. А он в другом случае. Ну, я в любом случае напомню, на всякий случай. Тем, кто не знает, что если у вас музыку заживало, просто обновите. Тю, да как? Что за хитбок-то, я не пойму. Ебобо, а не босс, если честно. Оп. Mm-hmm.
Я думаю, его перекачивает. Я тоже так думаю. Учитывая, что он сожрал троих, ну, двоих и одним является, то да. Ну, конечно, перекачан. Сабам от этих поинтов вообще есть смысл? Ну, если я что-нибудь придумаю, да, есть. А если нет, то нет. Ой, да он конченый, блядь. Чатик, я, если честно, я уже устала. Давайте мы, может быть, начнем следующий стрим с этого босса. Потому что что-то я уже не могу. Мы с вами 3 часика отстримили. Вот. Поэтому стандартненько, стандартненько. Я пойду что-нибудь приготовлю из вкусняшечек. Вот, придумываю заказ прохождений. То слишком много баллов нужно будет. Нет, Скейлор, мы запускали заново стрим, поэтому мы стримили с вами даже больше, чем 3 часа. Вот, это сейчас её 2.5, тот, который мы начали заново. Вот, да, и не важно, что был рестарт. Спасибо, чатик, огромное всем, кто пришел сегодня на стрим посмотреть. Большое спасибо всем, кто поддержал каким-либо образом, любым просмотром или там... донатом или там подписочкой. Спасибо вам всем огромнейшее. Приходите на следующие стримы. Я не знаю, тему будет заканчивать сейчас или нет. Ну, я кину на него рейдик. Так что можете пойти к Тёмочке. Вот. Ну, а вы оставайтесь такими же клёвыми людьми, какими вы являетесь сейчас. Такими же прекрасными, сексуальными, красивыми, умными и людьми. Вот. Ну а с вами была я, Таня. Всем всего хорошего и всем пока.